Васильевич! Максим Васильевич! Здравствуйте! Здравствуйте! Лизонька, познакомься. Это Максим Васильевич. Он меня от смерти спас. Я вас именно таким и представляла. Ну что вы, ваш муж и сам бы прекрасно выбрался. Может, мы в баре посидим? Не пью. Вы не пьете? Да, мама не разрешает. Мама, вы такой большой, сильный. Это только кажется. А на самом деле у нее в организме железа не хватает. Да? Ну тогда можно в номере посидеть, музыку послушать. Да нет, как-нибудь в другой раз. До свидания. До свидания. Здравствуйте, девушка. Вы не скажете, вечером вы свободны? Можете это... Ну как, краса? Класс. А Боря где? Ух. Да вот, в очереди стоит. А это кто такой? А это так, гулять вышел. Ну, поехали. Ну и что? Иду. Девушка, дверь, давай. Проходите, пожалуйста. А вам подождать? В чем дело? Подождать надо. Что ждать-то? Наша очередь. Конечно, без очереди. Подождать. У нас же абонемент. Толя! Да хватит тебе дурака, Валя. Отойдите. Эй, куда без очереди? Отчал. Вы, наверное, впервые здесь. А там внизу был ваш папа? Умнее, ничего не придумали? Да нет, я подумал, что это ваш папа, потому что он так беспокоился за вас. Не сворачивать с трассы! Эй, лихачи! Лыжи отберу! Извините, это я так. Ничего, продолжайте, товарищ начальник. Да какой я начальник? Я специалист по преферансу, бильярду. Ну, а если не везет, подношу вещи туристам, натираю пол в номерах. Так что запомните телефон 330, зовут меня Максим. А вы кто? Угадайте. Ну, кое-что я о вас уже знаю. Зовут вас Катюша. Вы не собираетесь в Анды? Допустим. Живете наверняка в Москве и работаете в доме моделей, манекенщицы. Удивительно. А у меня чутье. На лавины, на туристы. Отменяется в связи с лавинной опасностью. Сейчас все спускаемся вниз и сдаем лыжи. Внимание, товарищи! Вообще не приедут. Как ты думаешь? А куда он денется? А вдруг? Ну, таких вдруг не бывает. Что это такое? Что это такое? Ну как же? Это же кровожадный тигр. В шкуре ягненка. Ну, конечно. А ты не узнал? Вот тебе, вот тебе. Ну, кровожадный тигр.